положение определено. Поскольку бежала за хозяином, блядь. В Воронеже неделю назад укатил, нашел. Ну это ж одно же, еще что-то должно, блядь. Одно упало там возле прицепа прямо. А, тоже отвалилось, но оно катилось на нем еще, на прицепе. Служба была. А сколько у вас, две камеры, да, или сколько? Нет. Вас как мало. Все, смотри. Вы выкладываете в YouTube. Начинается сезон, люди едут на юг. Пока это не происходит, пока проехали. Инфраструктура, место стоянок, парковок, кафе. Сколько стоянок за место? Ну, в Соломире сейчас. Ладно, удачи, все было. Разговор. Слышали разговор? Девочки на трассе. Вот еще. Еще девчонки на трассе. Эх, Ростов, Ростов. Я же говорю, не такой однозначный город.